Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тотемп и видеообзор. Вот такой вот столик для лодки ПВХ. Столик модель 21М. Это аналог столика 21, но немножко увеличенные размеры. Размеры были увеличены для тех, у кого, кто устанавливает для эхолота и всех гаджетов большие аккумуляторы. То есть тут внутренняя ниша под аккумулятор получается. Глубина 12 сантиметров, ширина 27 сантиметров и максимальная высота 25 сантиметров. То есть туда поместится практически любой аккумулятор, который используется для эхолотов и всего прочего. Дополнительно можно сказать, что верхняя столешница у нас имеет размеры 27 на 30 сантиметров. Вот. Столик у нас передвигается вдоль борта лодки. Вот, фиксируется данный столик у нас на ликпас, который можно перекрутить вперед-назад. В принципе, ничего сложного. То есть установили столик, как вам надо, отметили, где у вас будет находиться сам ликпас. Вот, и прикрутили на саморезики, которые идут уже в комплекте. Столик выполнен у нас из ламинированной финской фанеры. Вот, 15 мм и 9 мм. Ну, в принципе, вот такой вот столик простой, ничего особенного. Вот. Но многие спрашивают именно под большой аккумулятор. Вот. Итак, понравился столик, можете оставлять заявку на сайте у нас. Ссылочку вы найдете в конце видео. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.